Привет, друзья! В Калуге начнется серийное производство российских БПЛА компании «Летающие машины Тюринга» из Москвы. Запуск производства состоится на Калужском электромеханическом заводе. В дронах обещают 2- и 3-кратное резервирование всех систем, 5-кратное резервирование каналов связи, 360-градусное потоковое видео для пилота. Производиться будет 2 БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. БПЛА Т-300 и БПЛА ТФМ-15. В основе дронов заложена масштабируемая, легкомодернизируемая платформа. Беспилотники компании спроектированы преимущественно под логистическую направленность, но дроны можно применять и в других областях, от мониторинга до сельского хозяйства. Не исключена и модернизация под военные функции. Касаясь характеристик, БПЛА ТФМ-15 имеет грузоподъемность 15 кг и скорость полета до 130 км в час. У стандартной версии дальность полета составляет 200 км. Но существует гибридный вариант с двигателем-генератором, который способен пролететь до 800 км. БПЛА Т-300 предназначен для перевозки тяжелых грузов. Его грузоподъемность до 130 кг. Дальность полета тоже 200 км, но в гибридном варианте до 1000 км. Компания с 2021 года проводит импортозамещение комплектующих для своих БПЛА. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.